То, что специалистам удалось найти место произрастания Эрема Руса, тогда, 13 лет назад, стало настоящей сенсацией для ботаников Волгоградского региона и их коллег из соседних областей. Для Нижней Волги Эрема Рус – нехарактерное растение. Чаще всего цветок встречается на Средиземноморье, в Передней и Центральной Азии. Численность вида неуклонно сокращается из-за разрушения мест произрастания, а также из-за сбора растения людьми. Эрема Рус занесен в Красные книги России и Волгоградской области. Его название происходит от греческих слов «Эремос» – пустыня и «Ира» – хвост. Так его назвали за длинные соцветия, которые далеко заметны на открытых пустынных пространствах. По возрасту растение чуть старше мамонта и чуть моложе динозавров. Последние данные, полученные в ходе мониторинговых исследований в Иловлинском районе, позволили сделать вывод, что к 54 краснокнижным растениям добавилось еще одно. Результаты наблюдений прошлых лет говорят о том, что площадь популяции увеличилась, причем растения занимают даже не самые характерные для своего вида почвы. Татьяна Крючкова, телеканал «Волгоград-1».